Всем большой-большой привет, с вами снова Рувия и игра. Да-да, вам не показалось, это у нас CSGO. Я запускаю на канале ее ради теста. Ребят, сразу скажу, если вам это понравится, открытие кейсов CSGO, то прошу вас набрать реально много лайков. Если на этом видео наберется, ну, более 1000 лайков, то открытие кейсов CSGO на канале будет продолжаться. Так что, если нравится, ставьте лайки, и CS-ка у нас на канале будет процветать. Короче, на сегодняшнее видео я закупил 20, ребят, целых 20 кейсов Spectre. Это реально много, я потратил более 2500 рублей, и надеюсь, что вот у нас все получится. Я кейсов CSGO совершенно никогда не открывал, да и в CS-ку я играю, точнее, играл еще очень давно. Так что посмотрим, что у нас получится. Начнем с первого, в принципе. Нам может выпасть довольно много чего интересного, но, конечно же, с каждого кейса у нас будет выпадать нож. Это инфосоточка. Погнали, первый кейс в этом видео. Ну, впрочем, я бы не отказался от чего-то розового, но мы прекрасно понимаем, что капилляры — это максимум, что у меня сегодня упадет. Капиллярчики. Ну, впрочем, красиво, но, конечно же, недорого эта инфосотка. Ладно, go дальше. Что это у нас? Это у нас, опять же, кейс Спектры. Погнали открывать. Эх, чуваки, чувствую, что мы останемся без ничего, совершенно без ничего, и Вихрь джунглей. Это реально серьезный скин. Ребят, вот это, конечно, скин на миллиард долларов, но, как бы, если честно, то... полмиллиарда долларов. Продолжить и гоу, переходим к третьему. Чуваки, нам за сегодня выпадет хотя бы одно... Ну, хотя бы фиолочка, черт возьми, хотя бы фиолочка. Ладно, там розовая, красная, желтый предмет, но хотя бы фиолочку можно? Калька. Ну, ух ты, кстати, довольно красивый скин, мне реально нравится. Выглядит очень даже неплохо, но на деле... я хочу что-то более серьезное. Открыть и использовать ключ. Ну что, давайте, можно мне легендарный особый предмет, и это даже не фиолочка. Я обижен, да, я обижен, да, это правда, но как бы калька, ну, калька-то калька. Две подряд, ну, а это ничего не значит. Го, откроем вот этот последний, знаете, прям с конца пойдем, ну, а вдруг что-нибудь да получится. Так, что-нибудь хотя бы пролетит, ну, опа, ребят, времена года, да, времена года, первый розовый предмет. Ну, скажу вам честно, это не самое дорогое, что могло упасть, но в этом выпуске пока это самое дорогое. Продолжить, и, в общем-то, первый розовый предмет. Пам-пам-пам-пам-пам. Окей, идем дальше. Получается уже, наверное, пятый или шестой кейс, и тут нам падает оксидное пламя. Ну, как бы да, хорошо, оксидное пламя. На самом деле, довольно красивый дигл. Реально, довольно красивый дигл. Мне нравится. Выглядит очень даже неплохо. А уго опять последний. Может быть, это что-то значит? Может быть, последнее это к... Опа, опустошитель пролетел. Нифига себе. Опа, укус изумрудного яда. Ну, как бы это не самое дорогое, что есть. И этим оружием я вряд ли когда-либо буду играть. Но, знаете, ну, сойдет. Идем дальше. Это у нас, получается, наверное, седьмой, либо же восьмой кейс. Короче, считать не буду, потому что я не помню. Ну, судак. Ну, судак так судак. Нифиговая такая рыбка у нас словилась. Красивый. Красивый скин, но... но нет. Окей, дайте предпоследний. Может быть, предпоследний реально к счастью. К чему-то реально крутому. Может быть, не ануар. Может быть, кровавый спорт, пожалуйста. Зыбь. Ну, ребят, точнее, нет, даже оксидное пламя. Скин, который стоит более миллиарда долларов, нажимаем продолжить и погнали дальше. Гейб, прошу тебя пощадить меня и дать мне что-то реально хорошее. Прошу, можно розовое, ну любое розовое предмет, я буду просто в офиге. Ну либо же красное, либо же хотя бы ножик. Ладно, Горн войны, МП7. Ну, как вам сказать, да? Хреново. Все, ребят, реально хреново, и пока у нас как бы, да, все плохо. Гоу дальше, использовать ключик и смотрим, что же у нас тут упадет. Так, опустошитель пролетел, неануар пролетел, черт возьми, но упала нам зыбь. Блин, мог бы упасть неануар, капец, он дорогой. Он реально довольно дорогой, я, возможно, где-то бы пол выпуска окупил. Использовать ключ, погнали дальше, но не купил. Так, 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 ну хотя бы что-нибудь пролети, прошу тебя, ну... Каркас, да? Нет, капилляры. О нет, обидно, почти, ребят, каркас и опять же капилляры.
Ладно, открыли мы, получается, уже сейчас вам скажу, 12 кейсов, осталось 8, и, может быть, го тогда через ключ? Ну, типа, может быть, это к счастью. Погнали, смотрим, что же у нас тут и что же меня ждет. Опустошитель и калечка. Опять же, гребаная калечка. Да, чтоб тебе калечка. Опять ты мне падаешь. Ладно, продолжить и го дальше. Го откроем, допустим, ну, как бы, ключ от кейса Спектр. Вот этот. Смотрим, что же нам дропнется, вот это уже реально вопросик, и... Давай, на 5 калька, да черт возьми, гребаный Гейб, ты меня троллишь. Ты меня реально троллишь. Продолжить? Ладно. Осталось, чуваки, 6 кейсиков. Всего лишь 6, и нам еще не упал ни одного розового... Не упал ни один розовый предмет. Впрочем, я как бы рассчитывал на это, я знал, на что иду. Пролетела у нас Сянлю и... Да? Да, ребят, последнее погружение, МАК-10. Ну, как бы, новый скин, такой мне сегодня не падал, и я доволен. Ну что, гребаные 5 кейсиков. Может быть, этот, ну, вы поняли, да? Дадите мне хороший дропецкий? Так, ну, вихрь джунглей, да, чтоб тебя. Какого черта? Где мой ножик? Где мой нож, пацики? Где мой нож? Ладно, кейс Спектр. Погнали. Ребят, чувствую, кровавый спорт, прям реально чувствую, это он. Давай, и это калька. Эх, ясно, понятно. Я обижен, но нет, я так не сдамся. Еще один кейс и еще два. Мы сделаем то, что хотели, выбьем синеву. Да-да-да. Ну почему Горн войны? И опять же, выбора большого нет. Горн войны, либо же Горн войны. Офигенно. Ну, хорошо. Гоу еще немножечко откроем, и что же нас тут ждет? Это предпоследний кейс в этом видео. Может быть, хотя бы... Опа, укус изумрудного яда. Ну, знаете, как бы нифигово так меня укусило. Прям укус так укус, и, в общем-то, ребят, последний ключик. Последний кейсик, может быть, хотя бы что-нибудь, а? Давай. Прошу. Заклинание. Нианвайрус кровавоспортус. Использовать ключес. Давай. Последний кейсик в этом видео, ну... Ну, зыбь так зыбь, ребят, так вот-вот вообще офигенно живем. Выпало много офигенных шмотиков, и, ребят, короче, я тут такой посидел, подумал, и так просто заканчивать мы не будем. Я докупил буквально 5 фиолок, и сейчас мы сделаем 2 мега-контракта. Мега-контракта на миллиарды долларов. Короче, нажимаем сюда, вот, выбираем контракты, и погнали. Начнем именно с обычного армейского качества. Ну чё, ха, по контрактам немножечко. Выбрать для обмена, обмен, обмен. И, ребят, неожиданно обмен. Ну что, я, знаете, я хочу себе, как бы, не знаю, каркас, допустим, времена года, либо же что-то подобное. Ну чё, ха, обменчик. Ну, как бы, знаете, серебро элита, у меня такой вот ранг. Нажимаем, чувак, нет, знаете, я, наверное, тут... Мы, ребят, нарисуем, допустим, да, сердечко, да? И тут, ребят, идет речка, короче. Вот тут сердечко, тут речка, да? На речке, короче, мост. На речке мост, и, в общем-то, ну, как бы, да, вот такая вот речка. Потом мы вот тут вот пишем, допустим, ну, типа, хочу тупо нож. Да, ребят, нож именно с армейского крафтится. Тут инфосоточка. Я забыл, как пишется Ж, напишу вот так. И, ребят, отправить контакт. Контракт, мои извинения. Ну чё, погнали. Дигл раз, дигл два. 5-7, МП7, П250, П250, Скар. И, чуваки, вы готовы? Да, это времена года, но, ребят, неплохо. Мы поконтрактили немножечко неплохо, но подождите. У нас еще не все закончено, у нас, ребят, есть теперь фиолочки. А с фиолочек уже может выпасть что-то более классное. Понимаете, что вот я бы офигел бы, просто, ребят, офигел бы, если бы контракта выпало горячечные... Да, именно так, короче, горячечные слезы. Короче, мне нужно АВП. Смотрите, раз... Да чё так, не могу нажимать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последнее. Ну что, это довольно серьезный контракт, это уже немножко больше стоит, чем синего, и я готов. Ну чё, как бы в этой ситуации мы сделаем все просто. Мне нужно АВП, правильно? Пишем вот так вот буковку А, потом мы пишем такую вот буковку В, и пишем буковку П.
и буковку П, которая как бы, ну, типа с двух сторон, да? И, в общем-то, опять же идет речка, и, в общем-то, тут где-то мост. Вот, АВП. Я готов отправлять контракт. Ну что, может быть, замалюем это все дело? Зарисуем это дело, чтобы я ничего не узнал, ничего не понял? Чтобы все было засекречено. Так, зарисовали? Зарисовали? Все, ничего не вижу, я закрыл глаза и отправляем контракт. Ну что, чуваки, может выпасть что-то реально интересное? Наверное, либо же я обосрусь. Скорее всего, второй вариант, но как бы надеемся на лучшее. Ну что, я не могу больше терпеть. Можно мне что-то крутое и... Тихо! Сяньцю! Сяньлю! Сяньлю! Короче, я как бы выбил нифиговый такой вот драпецкий. Это, ребят, неплохо, но это реально классно, это офигенно, да. Сяньлю, немного поношенная. Ну, как бы, ребят, вот это вот итог нашего видео. Сяньлю, да я. Ну что, чуваки, было довольно интересное видео, мы выбили Сяньлю, короче. И, ребят, повторяюсь, если на этом видео наберется много-много-много миллиардов лайков, то, возможно, точнее, 100%, в будущем буду также открытие кейсов CSGO. С вас, как бы, лайки, подписка на мой канал, это реально важно. И всем пока, с вами был Рувия. Удачи вам, Сяньлю.